Вы знаете, когда в апреле этого года ко мне пришла информация о витопротекторах Кайроста, я сначала не поверила, что у нас в России, и вот уже более 20 лет, существует такой достойный продукт. И, знаете, очень скромно существует. Продукт, который является хорошим диагностом и может помочь человеку в профилактике заболевания, а доктору в правильном лечении, в правильной постановке диагноза, соответственно, и лечении. Продукт абсолютно безопасный и натуральный, который несет в себе энергию жизни и здоровья, не имеющий аналогов на российском рынке абсолютно точно. Вы знаете, сейчас я, конечно, понимаю, что мы все выступающие будем повторяться, но, как знаете, как вот в той рекламе, чем больше человек услышит, тем больше, лучше он поймет, для чего ему этот продукт нужен. Но я вам хочу еще сказать, что те люди, которые либо интуитивно пришли к этому продукту, либо по каким-то своим знаниям, благодаря каким-то своим чуйке своей, да, я абсолютно уверена, что это самые адекватные люди, по крайней мере, у нас в России. Вот следуйте своему чутью и дальше, потому что вы на правильном пути. Сейчас я вам объясню, почему. Это, конечно, я не говорю, что это истина в последней инстанции, но я уверяю вас, что что-то в этом есть. Вот и сейчас я вам назову 5 основных причин, по которым, на мой взгляд, необходимо обратить внимание на витопротекторы Кайрост. Первая причина – это продукт сложного биологического синтеза. Дело в том, что я в свое время заканчивал биотехнологический факультет, и я знаю прекрасно, каковы вообще, насколько полезны, продуктивны и физиологичны такие продукты. Потому что только эти продукты могут дать организму то, что ему необходимо в данный конкретный момент. Вот в отличие от других БАД, либо каких-то продуктов функционального питания, витопротекторы Кайрост не являются экстрактом и не содержат консервирующих веществ. Вы понимаете, это вообще для человека, обывателя, для профессионала, да, а тем более человека с регалиями, это вообще шок. Ну вот если вот есть такие люди, да, доктора наук, у них обычно, знаете, так вот корона на голове, но этого не может быть, потому что нас этому не учили. Ну ладно, это уже другая история. Вот это целостные продукты сложных биотехнологических технологий. При таких технологиях растительное сырье перерабатывается специальными микроорганизмами. И я вам скажу, это очень тонкая работа, потому что подстроиться под микроорганизмы, угодить им очень сложно. Если бы здесь был Сергей Иванович, он наверняка бы подтвердил, что он не один год копался с ними, чтобы удовлетворить их желание, чтобы они сделали то, что необходимо. При этом активные вещества находятся в водном растворе именно в том виде, в котором они лучше всего усваиваются организмом. И эти продукты естественной биологической ферментации. С такими продуктами мы встречаемся каждый день в повседневной жизни. То есть это хорошего качества творог, например, йогурты, да? Хорошее выдержанное вино, хорошего качества сыры, творог, квас, чай. То есть это привычные продукты питания. В принципе, и как говорил Гиппократ, да, пища и должна быть лекарством. То есть пища должна нас лечить. Но, к сожалению, у нас в современной реалии говорят об обратном. Вот при производстве витопротекторов, что мне особенно очень близко, отдельные целебные компоненты не экстрагируются. Продукт даже не фильтруется, чтобы сохранилась его природная целостность. И вот знаете, нет ни одного БАДа, ни продукта функционального питания, по крайней мере, я не встречала до сей поры, который был бы результатом такого естественного процесса. Потому что, как мы уже знаем, это требует больших временных затрат, да, как Любовь уже сказала, что витопротекторы рождаются в течение года, то есть они перерабатываются, и это экономически, соответственно, невыгодно. Вот, это первая причина. Вторая причина – это активация РНК. Но это, друзья мои, это те для биохимиков, это вообще нереальные процессы, этого не может быть, потому что это круто, потому что молекулы рибонуклеиновой кислоты – это очень сложная молекула и очень волшебная молекула, но это, как говорится, мы с вами сейчас на такие сложные темы говорить не будем. Но вот исследования ни в одной лаборатории витопротекторов Кайрост показали, что прием их внутрь, в клетках, когда принимает человек внутрь, в клетках повышается активность РНК. И что самое важное, и вот обратите внимание, активность собственных РНК, которые по какой-то причине в клетке не активны. И активность эта повышается без каких-то дополнительных затрат со стороны клетки, в том числе и энергетических. То есть организм вообще ничего не затрачивает.
Просто происходит активация РНК. Как это происходит, как говорится, только одному Богу известно. А РНК, как знают специалисты, очень имеет отношение к синтезу белка. А это значит, что начинает увеличиваться активность клетки по синтезу белка. И скажу я вам, но это знают все специалисты, что это основной показатель жизнедеятельности клетки. Вот чем клетка более эффективно может синтезировать внутри себя белок, тем она жизнеспособна и более активна. Это говорит о том, что клетка полностью себя может обеспечить пластическим материалом для своей жизнедеятельности. А все мы знаем, что, да, как говорил один известный и очень уважаемый человек, что жизнь есть существование белковых тел, да? И, соответственно, эта клетка будет полезна для себя, она может обеспечить и себя, и орган, который функционирует благодаря этой клетке, и весь, вернее, ткань, орган, и весь организм, соответственно, наш с вами. Вот такая особенность витопротекторов, она отвечает на многие вопросы, почему они так эффективны. Вы знаете, сейчас идет тотальный, повальный иммунный дефицит населения. Это касается не только людей старшего возраста, ну там можно списать на старость, да, даже молодые дети, маленькие, казалось бы, которые только что, вот, как говорится, появились на свет, у них иммунные дефициты. И вот вопрос к врачам, как говорится, идея врачам, они все ли потому, что просто активность РНК у этих людей снижена? Понимаете, это очень большая перспектива для вообще медицины в целом, не только для нашей страны, потому что, ну, хочу сказать так, это очень круто. И получается, сейчас огромное количество людей находится в иммунных дефицитах, понимаете, то есть мы стягаем иммунитет, начинаем ему активировать, а резерв у клетки нет. То есть он говорит, ну да, ну я все, активен, иммунная система насторожилась, клетка, а она не может атаковать врага, понимаете, потому что нет сил, резерв, про то, что Алла сказала. И то же самое можно сказать и о стволовых клеток. Вот долгое время специалисты и ученые считали, что с возрастом активность стволовых клеток падает. Ну, потому что вот человек стареет, система стареет и все. А оказывается, не так. Они просто неактивны. Получается, что это очень опять большие перспективы для регенеративной медицины. Потому что, принимая витопротектор Кайрос, можно активировать РНК собственных клеток и прийти к здоровью, ну, грубо говоря, если так уже в конечном итоге. Третья причина, по которой необходимо обратить внимание на витопротекторы Кайрос, это, ну, всем известный факт повышения резистентности организма. Объясню, почему это важно для каждого из нас. Понятно, что витопротекторы, они в свое время были созданы с целью повышения резистентности, то есть выживаемости в неблагоприятных условиях. Но вы знаете, на сегодняшний день на фоне серьезного недоброкачественного питания, это касается фермерских продуктов, к сожалению, воды отвратительного качества, такая вода разрушительна для всего живого, также на фоне стресса, экологии, электромагнитных воздействий, внедрение высокоскоростных технологий, действий которых, кстати, никто не апробировал. Вот на фоне всего этого и многого еще чего происходит снижение адаптационных и защитных свойств организма. Хотя природой, вы сами все знаете, да, в нас заложен идеальный механизм адаптации и защиты. Вот существуя в современных реалиях, организм просто не может восстановиться полностью, идет снижение этих возможностей. Процессы разрушения и старения идут с большими скоростями, чего мы с вами наблюдаем. То есть болезни моментально, стремительно просто поражают людей. Сегодня, как говорится, был здоров, завтра заболел, послезавтра умер. Вот так вот происходит. Вот благодаря витопротекторам компании Кайрос происходит повышение резистентности организма, то есть повышение выживаемости, адаптацию к условиям окружающей действительности. Это касается не только вышеперечисленных фактов, да, стрессов, экологии и так далее, но это касается и вирусов, да, вирусных заболеваний, это касается каких-то отравлений, да, но человек сейчас очень много где летает, передвигается, то есть недоброкачественного питания в том числе, потому что смена питания идет колоссально. Сегодня он, как говорится, в России поел, завтра в Индии и так далее. То есть это все имеет место быть. А повышение резистентности организма, то есть повышение выживаемости, означает понижение энтропии, то есть понижение процессов разрушения. То есть, понимаете, вот сейчас все говорят это модное слово энтропия. Дело в том, что энтропия относится к второму закону термодинамики. Все биохимические процессы в организме, они идут к повышению энтропии, но есть нечто, как говорится, гомеостаз, да, есть баланс, который все это контролирует. Поэтому
Витопротекторы Кайрос, они физиологичны, то есть они подсказывают организму, как нужно поступить. Вот, и, соответственно, клетки, органы, там клетки, ткани, органы начинают работать слаженно, начинают слышать друг друга, и происходит восстановление гомеостаза, то есть постоянство внутренней среды, а, соответственно, к этому мы и стремимся, это здоровье. Вот, и у человека, который принимает продукты подобного рода, шансы выжить и жить полноценной жизнью увеличиваются в разы. А это очень важно, особенно в условиях больших городов, где жизнь в мегаполисе – это уже диагноз. Четвертая причина – это то, что витопротекторы Кайрос содержат аэробные гуминовые соединения. Вот знаете, это, наверное, вторые любимые молекулы после рибонуклеиновых кислот, потому что гуминовые соединения – это что-то, я скажу, вот за этим 100% будущее. И сейчас, вы знаете, только ленивый не разбирает рацион питания современного человека. Какая диета полезна, какая вредна. Вот все, кому не лень, в интернете просто это всем пестрит. Проводится много различных школ, где выступают диетологи, нутрициологи, другие специалисты по правильному питанию. Вы знаете, все это хороший знак. И это правильно говорить о том, что сейчас у нас не хватает пищи, да? О витаминах, минералах, ферментах, других веществах. Но вы знаете, я ни разу не слышала, чтобы один специалист по питанию говорил о необходимости включать в свой рацион гуминовые соединения, а не говоря уже о том, какие соединения должны быть. А ведь это просто жизненно необходимо, вот, включать эти компоненты в рацион, потому что они заложены в нас на генетическом уровне самой природой. Вот отсутствие этих компонентов приводит к очень плачевным последствиям. Наша пища стала стерильной, это очень большая катастрофа, которая может грозить человеком, исчезновением человека как вида. И кто еще не познакомился, кстати, со статьей Сергея Ивановича Сорбачева, которая называется «Генетическая безопасность России», очень рекомендую почитать, он там об этом подробно все говорит. Если я вас еще недостаточно убедила и говорю, как вы думаете, какие-то заумные темы, да, давайте с вами вспомним биологию 5 класса. Все мы учились, да, в 5 классе, в 6 точно учились. Вот и нам там рассказывали о двух жизненно важных процессах на Земле, без которых жизнь на Земле вообще перестанет существовать. Это фотосинтез, да, ну все мы знаем, это процесс синтеза органических веществ из неорганических при помощи кислорода, вернее, да, при помощи солнечного света. И второй, который мы забыли, ну, который помнят только биологи, может, какие-нибудь аграрии, я не знаю, это гумификация. Процесс преобразования органических остатков в верхних слоях почвы в специфические гумусовые соединения. Вот гуминовые и фульвовые соединения – это конечная фаза пищевой цепочки. Ими заканчивается пищевая цепь, и с них она начинается. Вы понимаете, вот это вот самое, все это проходили, все это помнят, я никого не обманываю, да? И вот они очень важны для всего живого. Я сейчас говорю не только о человеке, о животных, как об участниках пищевой цепи. Растения, например, да, получают свои питательные вещества из почвы, при помощи микроорганизмов и тех же фульвовых соединений, которые делают их доступными для растений, да? Понимаете, эти вещества нужны всем, поэтому мы из растений не получаем того, чего растения должны нам дать. Поэтому эти вещества должны поступать в организм нам ежедневно. И вы знаете, интересная ситуация происходит. Как только такие вещества начинают поступать к нам в организм, вдруг начинает улучшаться самочувствие. Вот вдруг, да, интересно, почему? По какой-то причине начинает лучше работать иммунитет. В том числе, кстати, и антипаразитарный, и нет надобности каждый месяц гонять глистов, как это у нас сейчас очень модно происходит это все. Дело, как говорится, в иммунитете к защитным силам. Вопрос к ним, а не к паразитам, потому что паразит просто так не появляются в организме. Вдруг начинает лучше работать система детоксикации, нормализуется витаминный и микроэлементный баланс, потому что на фоне приема витопротекторов улучшается биодоступность этих веществ из пищи. Также начинает лучше работать собственный микробиом, который, как оказалось, тоже очень чувствителен вот к отсутствию этих компонентов пищи. Понимаете? И с дисбиозами, кстати, очень хорошо витопротекторы справляются. И пятая причина, которая, кстати, все причины между собой взаимосвязаны, как вы уже успели заметить, а пятая причина, она, соответственно, вытекает из четвертой. И она очень такая, вы знаете, глобальная. Это компенсация оторванности человека от окружающей среды.
Вот, как мы уже сказали, последние десятилетия специалисты в различных областях, в различных областях пытаются компенсировать эту отторженность, да, ну, в основном с пищей, да, при помощи БАДов, обогатителей питания. Да, конечно, это выход, но мы забываем, что пища, она не только пустая, но и стерильная, да, потому что, как мы уже с вами выяснили, в ней не хватает, в ней отсутствует самое первое звено, это гуминовые фолиевые соединения. Аграрная революция сделала свое дело. Вы знаете, но на самом деле проблема изоляции человека от окружающей среды имеет глобальные масштабы. И о ней сейчас говорят не только биологи и экологи. Вы знаете, совершенно случайно, ну я в случайности не верю, где-то неделю назад мне на глаза попалась одна статья, в которой, прислушайтесь, депутат Верховного Совета Приднестровья, президент Международной школы развития, кандидат социологических наук Дмитрий Соин указывает на основные причины быстрого старения человека. Старение человека быстрое. Первые причины, наряду, конечно, с экологией, со стрессами, различными политическими ситуациями, и первой причиной быстрого старения человека он называет разрыв человека с природой, космосом и собственным истинным «я». Фактическая утрата гармонии, внутреннего баланса, психологической устойчивости и способность видеть, слышать и чувствовать свой собственный организм. Как говорит, за что боролись, на то и напоролись. И вот когда вот эти вот вещи читаешь и понимаешь, нет никаких диет, есть мы и наш собственный организм, который мы обязаны слушать. Вот даже приведу элементарный пример. Некоторые говорят сейчас уже, сколько раз нужно человеку есть. Человеку нужно есть, понятно, что мы сейчас все больны, больной человек должен сидеть на диете, но нормальный, здоровый человек должен есть по чувству голода. Понимаете, вот это и называется слышать, чувствовать свой организм. Вот это первый индикатор, один из многих, да, когда мы должны присутствовать к организму. И вот вы знаете, прием витопротекторов возвращает нас как раз в пищевую цепь, тем самым компенсируя, пусть частично, не полностью, нашу оторванность окружающей среды. И смею заметить, что когда мы говорим о витопротекторах, мы говорим о природоподобных технологиях, за которым будущее. Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что витопротекторы – это та база, те компоненты питания, которые должны присутствовать в рационе каждого человека ежедневно. А теперь, как говорится, в завершении я хочу еще задать вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот после того, что вы услышали выше, да, я сказала, вы когда-нибудь встречали, чтобы один продукт обладал свойствами, те, которые я назвала, и еще был бы, вот зачитываю, чтобы не потеряться, как говорится, был бы мощным детоксикатором, энтеросорбентом, антисептиком, гепатопротектором, иммунокорректором, радиопротектором, многокомпонентным строительным материалом для клетки, который обладал бы антибактериальной и антивирусной активностью, не убивая при этом микроорганизмы, а переводя их из активной фазы в пассивную. Продукт, который не вызывает привыкания, обладает противоаллергическим, антистрессорным действием и многими другими свойствами, которые остаются за кадром. Продукт, который очищает, питает, восстанавливает и, что очень актуально в современном мире, защищает организм. Природный продукт, который стоит на защите жизни. Я лично таких продуктов не встречала. И вот на мой личный взгляд, задача каждого человека – это защита, забота о своем собственном здоровье до последнего вздоха. И знаете, это самая лучшая инвестиция, самый лучший подарок, который вы можете сделать для себя. Принимая витопротекторы Кайрос, лично я инвестирую в свою подушку безопасности. Да, это не стопроцентная гарантия, но это повышает мои шансы, конечно, при других условиях, при соблюдении других моментов, жить долго, здоровой, активной, полноценной жизнью.